Иногда мы можем случайно обжечься. Как, например, на днях я топил печь в бане, и когда подбрасывал дрова, то случайно прислонился к раскаленному металлу. Но я хочу рассказать о одном из самых эффективных средств против ожогов. Причем оно не только эффективное, оно еще самое распространенное. Есть в каждом доме, у каждого человека. То есть можно найти даже в каком-то там захолустье, где-то в деревне. Да, или когда вы едете отдыхать на несколько дней куда-то, например, на рыбалку, да, на природу или в другую страну, вы берете его с собой. Да даже в другой стране можно купить. Даже в какой-то там Африке или в Индии можно купить данное средство, потому что оно самое распространенное. Самый распространенный крем во всем мире. Ну, вы, наверное, уже догадались, да, что это за средство такое. Это обычная зубная паста. Причем хочу сказать, что она не просто помогает, она еще снимает боль. Подойдет любая зубная паста, то есть неважно какой фирмы. Данным средством с моей женой поделилась одна пожилая женщина, всеми уважаемая врач-массажист. Если вам понравилось данное видео, оказалось полезным, поделитесь со своими друзьями. Также посмотрите другие видео с моего канала. Может быть, да, что-то еще вам понравится, что-то будет полезно. Ну и желаю вам всего самого хорошего. Будьте осторожны. Берегите себя.